Друзья, хотим напомнить, что в сентябре вышел в свет 12-й выпуск ежемесячного публицистического и литературно-художественного журнала «Быть добру». В этом выпуске читайте статьи о воспитании и образовании детей, о том, как раскрыть талант человека. Самой большой бедой современной техногенной цивилизации и сложившихся в ней общественных отношений является то, что человек, рождающийся с огромным потенциалом Творца-Созидателя, с самого детства попадает в условия, которые этот потенциал максимально сдерживают, не дают ему раскрыться. О связи архитектуры и политики расскажет Федор Владимирович Качалко, архитектор и духовный искатель. Читайте в выпуске статьи о буквице и почему важно ее изучать, какой потенциал скрыт в волшебных буквицах и что она дает человеку, ищущему свой путь. Также в этом выпуске вас ждет продолжение статьи Василисы с красочной вкладкой-раскраской «Собери свою матрешку» и другие статьи на различные темы, полезные для людей, стремящихся жить осознанно. Журнал выходит при содействии Народного славянского радио и является народным изданием, созданным для вас и вместе с вами, познавательным как для взрослых, так и для детей. Цель журнала просветительская и объединяющая думающих людей, желающих жить по совести и в ладу с природой. Присоединяйтесь, присылайте свои статьи, рисунки, фотографии и другие материалы о событиях, происходящих в ваших краях, на почту журнала журналдобра@mail.ru. Быть добру!